Yeah.
метров самый центр месте по сценарию. Я читал сценарий, тут написано крики, вопли, бешеный восторг. Ребята, понимаете, на мероприятие должно приходить подготовленными, надо читать сценарий перед этим. А не как большинство у нас актеров в пыльных операх, черта не знают, говорят от себя тяну. Это, конечно, хорошо, но надо ее уметь говорить классно и вовремя. Дима, специально для тебя. 3, 2, 1. Есть, это у нас команда «Союз Крю». Идем дальше.